Приветствую всех на моем канале. В этом уроке мы рассмотрим, как точно рисовать по лицу, создавая маску в Spark AR. Давайте создадим проект в парке Давайте вот здесь создадим правой кнопкой мыши, нажимаем, добавить, добавляем Face Mesh. И вот здесь будет наш рисунок по лицу. Но рисовать мы будем не так, как привыкли, да, изначально, а более точно. Давайте я вам покажу, как изначально, да, в принципе, все рисуют. Берут такой вот файл, скачивают в Face Mesh, да. Uh, ну, бывает там мужской, бывает женский, допустим, это женская обложка, они друг от друга, в принципе, по точкам не отличаются. Допустим, мы как делали раньше, да, брали этот файл, переносили в Photoshop, uh, нажимали ОК, OK, создавали здесь новый слой, что-то там поверх рисовали, uh, убирали этот слой, да, экспортировали в PNG. Давайте я прямо сейчас так и покажу, вот экспортирую в PNG и, допустим, на рабочем столе 0.0.1. Сохранил я и переношу эту текстуру, которая вот она 0.0.1 сюда. Здесь мы ставили No компрессия, чтобы ничего там не смазывало. И на FaceMesh мы нажимали материал, нажимали плюс. И выбирали вот два раза материал и выбирали нашу текстуру. И вот так вот это выглядело, вот оно превью. Но очень часто бывает так, что вы вот вы там что-то сложное делаете, да, такую разрисовку по лицу, а потом сюда загружаете, а оно все, блин, наперекосяк, там бровь какая-то неровная, да, там вместо плавной она как молния идет, либо такое, и у вас наверняка появлялся вопрос, а как же рисовать нормально, чтобы вот точно, стопроцентно с точностью. Так, смотрите, я вам покажу, это делается также в фотошопе, файлы, кстати, я вам все прикреплю в ссылке, чтобы вы их долго не искали, Смотрите, вот такой есть Face Mesh. Его можно сюда закинуть. Это будет то же самое, что вот этот Face Mesh. Вот он. Смотрите, берем вот этот Face Mesh и переносим в наш Photoshop. И нажимаем ОК. OK. Везде нажимаем там Да. Сейчас 3D-среда у нас включится, потому что Photoshop умеет и рисовать в 3D. Для некоторых это будет открытие. Я думаю, вам это пригодится. Это супер мега полезно. Классно. Нажимаем везде тут ОК. «OK». И вот он наш, собственно, Face Mesh. Смотрите, вот здесь внизу экрана, да, слева мы можем либо вращать объект, либо двигаться по нему либо вот приближать, отдалять. Смотрите, что здесь есть у нас. Вот справа есть слои. Два раза нажимаем на дефолт материал и тем самым нажимаем на ну, ОК. Okay, тем самым мы вынесли эту текстуру по точкам. Мы можем для удобства также, смотрите, сейчас скрыть фейс вот этот перенести вот сюда. Вот все равно как бы точки, они отдельно у нас в фотошопе. Зажимаем Alt, кру крутим колесо мыши, чтобы приближать пробел, чтобы двигаться. Давайте alt опять зажму. Там поприближаю, куда мне нужно. Смотрите, допустим, теперь что самое круто, важно, главное понять вам. Переходим в наш Face Mesh вот сюда. Сейчас у нас стало темное лицо, потому что мы загрузили текстуру. Здесь несколько вариантов. Можем, например, сделать. Посмотреть, где у нас тут сейчас найдем эти настройки. Вот здесь, здесь стиль. Давайте выберем второе. И будет чисто наша текстура отображаться. Так, приближаем там, крутим, как нам удобно. Переходим сюда. Давайте создадим новый слой. И на этом слое, смотрите, мы можем рисовать прямо как вот, прямо вот здесь можем рисовать. Смотрите, я здесь рисую сейчас и перехожу во FaceMesh сюда. Вот у нас нарисовалось. Сейчас заметьте, что у нас стоит тип отображения такой, как есть, то есть чисто текстура, без освещения какого-либо. Поэтому вот так все ярко выглядит. Мы видим, как оно сразу накладывается, то есть, допустим, вы можете даже просто здесь рисовать, а здесь просматривать, да, чтобы в, в Spark сто раз там не делать реплейс, да, этой текстуры, там, импорт постоянно делать и просматривать, как будет выглядеть, все прямо здесь в режиме нон-стоп. В также смотрите, в чем плюс, вы можете рисовать прямо по 3D, это еще круче, если вы что-то там прикольненькое сложное делаете, например, давайте сейчас чуть-чуть уменьшим, и здесь мы, допустим, поставим там синий цвет, и допустим, мы делаем вот так вот, давайте попробуем что-то такое вот, да, необычное мы делаем, что сложно нарисовать изначально там, потому что мы рисуем прямо по 3D объекту и нам сразу видно, как это отображается. Давайте повернем наш рисунок, 3D-объект точнее. Вот так это выглядит сейчас. И давайте посмотрим, как, в принципе, в 2D-текстуру она наложилась. Выглядит очень похоже, но заметьте, сейчас подгружает компьютер, заметьте такую особенность очень важную, да? То есть, если я здесь вот сейчас просто возьму и зеленый цвет давайте выберу, проведу по 3D-объекту, например, вот как-то так, да, вот смотрите, вот такой, допустим, якобы рисунок я сделал. Давайте посмотрим, как он перенесется в 2D. Очень похоже на самом деле. Но бывают нюансы, которые все-таки по 3D рисовать будет гораздо удобнее. Я думаю, вам это пригодится, это такой простой урок. Вы все привыкли рисовать в 2D, но Вдруг кому-то понадобится рисовать именно в 3D, тем более здесь вы можете прорисовывать именно там точки, если вам прям нужно, допустим, там нос закрасить. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, я думаю, с глазами здесь больше всего, если, может, кто-то уже догадался, а вот смотрите, в текстуре глаза очень сжаты, да? А здесь они расширены, то есть стоит вам здесь точку поставить, и вы практически всю линзу себе и закрасите. Давайте попробуем глаз прорисовать. Смотрим, как это выглядит. Видите, вот здесь текстура сжалась. Вот об этом я сейчас говорю, что точность рисования по 3D будет максимальная, потому что потом текстура 2D вы получаете. И допустим, смотрите, вот так вот маска вы будет выглядеть. Она в спарке будет выглядеть точно так, у вас не будет никаких сомнений. А, разве что глаза у вас будут вырезаны из-за фейсмейша. Ну, можно наложить отдельно, где я вам даже сейчас, ну, возможно, это все покажу. Давайте возьмем вот такую текстуру, которая у нас есть. И вот здесь мы берем файл. А, точнее, скрываем сначала наш слой. И нажимаем файл. Экспортировать экспорт в PNG. Давайте назовем просто 0.02. Скрываем. Вот здесь у нас 0.02 появился. Переносим, но компрессия ставим. И берем в FaceMesh, ну или в материал, да, нажимаем. И выбираем наш 0.02. Смотрите, как все классно наносится. Есть еще один момент, который также вам пригодится, если вы замечаете какие-то искажения, да, либо вам кажется, что он не успевает трекать. Смотрите, есть вот вкладка «Проект», «Редактировать». И здесь у нас есть Face Tracker, и можем поставить максимальное, максимальный трекинг, он будет более точный. Вот так вот это сейчас выглядит. Как видите, зрачка нет. А зрачка нет почему? Потому что здесь у нас выключено... Вот сейчас зрачок включился, если вам видно. Таким образом можно делать два фейсмеша, один чисто на глаза прорисовать и будут вам якобы линзы. Пока что линзы в инстаграме идеально не, нету трекинга, то есть все придумывают как-то по-своему. Вот, и заметьте, здесь вот сейчас у нас э, текстура, она с освещением, то есть стоит стандарт метод, да, здесь у нас, я вам говорил, что мы просматриваем без, без какого-либо освещения. Сейчас у нас лицо скрылось, потому что нету слоя, вот. А чтобы здесь, например, если вы хотите также без освещения, есть такой вариант, как Flat. И будет вам точно так же, как вон там. Стандарт. В принципе, это все, что я вам хотел показать, то, что есть такие возможности в фотошопе. Можете подписываться на мой Instagram. Я создаю маски, сделал уже более 60 штук. Можете посмотреть их у меня в моем профиле, там, где, в принципе, раздел масок. И можете посмотреть в категории My Mask. Это отдельные актуальные истории у меня. Там у меня маски некоторые я показываю, которые я сделал на заказ еще. Вот, в общем, присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И если вам зашел урок, там пригодился, вы тоже об этом сообщите. Я что-нибудь что что еще новенькое для вас запишу. А порой я просто просматриваю там YouTube, и много чего нету. Допустим, таких уроков я не встречал. Вот, и решил вам его записать. Так что всего доброго, всем пока.